Друзья мои, всем привет! Вы на канале Виктории Лид. Сегодня будет воскресная, уютная, домашняя мотивация от меня для вас. Я сегодня даже в ночнушке даже не успела переодеться, как встала, так пошла заниматься делами, причем такая жара, что как-то одеваться, переодеваться как-то даже не хочется. В чем встала, в том и пошла, девчонки. Так что я извиняюсь за свой домашний вид. Сегодня на завтрак у нас будут блинчики, да, девчонки. Я заново начинаю готовить свои блинчики, они покупные полуфабрикаты. В этот раз они мне даже намного лучше получились, чем раньше, потому что последний раз они мне все развалились. В этот раз как-то еще более-менее смогла я устоять и как-то их сформировать правильно. Нам нужно 3 яйца, 3 столовые ложки сахара, немножко соли, стакан молока, где-то сколько? Где-то 200 грамм муки и стакан кипятка. И все это вот так вот быстренько взбиваем, и получаются вкусные ажурные блинчики, которые не совсем сладкие, такие как раз. Можно туда и шоколадную пасту добавлять, будет очень вкусно. Детям нравятся, они тонкие, это самое главное. Так, сегодня, девчонки, также будут пастирушки, у меня будет куча посуды. На обед мы будем готовить курицу со сметаной, со спагетти. Получится очень вкусно. Я считаю, что как домашний обед, это очень вкусно и полезно. А также у меня сегодня с утра небольшая уборочка после ремонта, потому что на тот день я тогда не успела убрать плиту, к сожалению. Но сегодня я это решила сделать по-быстрому, чтобы просто приготовить завтрак, потому что, повторюсь, жара неимоверная, и готовить как-то вытяжка очень нас вручает, конечно. Без нее раньше намного было тяжелее. Так, девчонки, еще я хотела сказать, что это будет не полноценная уборка, так что сегодня как заготовочка перед на самом деле хорошей уборочкой, которая, надеюсь, случится когда-нибудь. В общем, девчонки, что у нас случилось? У нас опять отключили воду, и я, естественно, не могу ни постирать, ни помыть детей, искупать, ни помыть посуду, ни приготовить особо что-то, потому что даже тот же салат надо овощи перемыть, а без воды это будет крайне неудобно, поэтому вот такое мне сегодня будет маленький видосик, обязательно поставьте пальчик вверх, мне будет очень приятно. Всем спасибо огромное за последнюю обратную связь, потому что вы меня прям поддержали очень хорошо, я сама не ожидала того, раскрылась перед вами, все, что думаю, высказала, а вы еще даже мне огромные приятности написали, все вы меня поддерживаете, я вас всех очень сильно люблю и хотела вам выразить свою благодарность за то, что вы остаетесь со мной. Так что, девчонки, я отключаюсь, включаю музончик, желаю вам прекрасного настроение, приятного аппетита и большой мотивации на уборку. This is the moment, no turning back. One drop on your lips and the spell will take effect. Under the moonlight, stay close to my side. We're burning so bright. Made a love potion for you.
я хотела добавить то, что сегодня я удобряла свои цветы составом агриколы. На литр воды идет 20 миллилитров средства. Они немножко потом поднялись, и хорошо все вышло. И что я хотела сказать, то, что лук я сажала, срезала головку. Я так потом поняла, что мне в Инстаграме девушка написала, что не надо было срезать. И теперь я это не делаю, поэтому я посадила заново лук и ничего не срезала в этот раз. Надеюсь, что он мне взойдет и будет меня радовать обильной зеленью. Так, и сегодня хотела сказать, что сразу, пока не включила музыку, я приготовлю сегодня средство на основе уксуса, воды и кондиционера для белья, чтобы убирать весь налет. Сегодня помою кувшин хорошенько, также чайник, поэтому, девчонки, ждите, будет универсальный рецепт средства. Just hold on for dear life. Yeah, I can't give up this feeling that I get when looking down from the sky. Now with you, ooh, ooh, ooh. Now with you. Give up this fear.
Feel so lucky.